Приветствую всех любителей бокса. Сегодня четверг. И, конечно же, в 18:30 мы с вами встречаемся в прямой трансляции на YouTube-канале The Ring Show, где я предлагаю вам обсудить следующие вопросы. Уход Александра Гвоздика из бокса – это действительно потребность заняться плотно бизнесом, либо понимание того, что будущего у Александра Гвоздика нет. Боб Арум и его желание отсрочить поединки на год и манипуляции с поясом чемпиона мира по версии WBC по франшизе. Также шансы Виктора Постола на победу в поединке против Хосе Карлоса Рамиреса. Ну и те вопросы, которые вас интересуют. Так что сегодня в 18:30 на нашем YouTube-канале The Ring Show. И, кстати, сразу после окончания общения с вами в 20:00 я буду комментировать вечер K1 и MMA из Беларуси, BFC 54. Так что оставайтесь с нами и после прямого эфира на телеканалах Спорт 1 и Спорт 2. Давайте посмотрим, что там наши братья белорусы предложат нам в клетке. Засим, до встречи в 18:30 на YouTube канале The Ring Show. Как всегда, будет интересно.